удочка, небрежно бросит прохожий. Тайна, задумчиво скажет посвященный. Звучащая душа народа, скажем мы. Это отрывок эссе о дудуке, старинном армянском музыкальном инструменте. Нелли Саакян вдохновенно описывает чувства, которые вызывают его мелодии. Эта армянская поэтесса родилась в Армавире в 1937 году и навсегда покинула его через 2 года. Но этого факта оказалось достаточно, чтобы городские библиотекари приложили усилия и отыскали талантливую уроженку нашего города. Это было непросто. Мы изучили все, что опубликовано, написанное ею в интернете. То есть узнали, что она сотрудничает с русскоязычной ереванской газетой «Голос Армении», написали в редакцию и попросили передать наше письмо Нелли Вартановне. Через несколько дней она нам ответила. Завязалась переписка, которая продолжается очень интенсивно до сих пор. Контакт налажен, и появилась возможность поближе познакомиться с Нелли Саакян и ее творчеством. Она поэтесса, переводчица, пишет эссе. Ее работы оказались очень интересными. И на этом загадочном свете вот и вся моя благодать. Я умела лишь сердцем отметить и на ясном наречии сказать. Сотрудники библиотеки решили провести презентацию творчества Нелли Саакян. Пригласили всех желающих. Григорий Карапетян говорит, что знакомство со стихами и эссе Нелли Вартановны произвели на него огромное впечатление. Есть люди, которые бывают достойные сыновья и дочерьми своего народа. Но в образе Нелли Вартановны я увидел достойного человека мира. Потому что она писала, выразила свои мысли именно не в своем родном армянском языке, а русским языком. Мысли по-армянски выражала русским языком. Организаторы презентации считают, что найти такую талантливую землячку – большая удача для всех армавирцев. Еще одна страница истории нашего города. У нее издано 10 книг, в том числе 3 поэтических сборника. Она прекрасно пишет об Армении. Она пишет о душе человека, и это интересно людям всех национальностей. Вот. Ну, и она пишет о деятелях армянской культуры, русской культуры, мировой культуры. В частности, сейчас она работает над книгой о Шекспире. Презентация стала началом новой ступени общения поэтессы и жителей Армавира. Григорий Карапетян сказал, что в этом году поедет в Ереван и обязательно встретится с Нелли Саакян, пообщается и передаст привет от горожан. Влада Волошина, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир.